Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Константин, повелитель тьмы. Куда курить? Нечего курить. Курить ты? Пошли делать. Так, правильно идем, понятно. Так, мы остановились, нам нужна третья печать. Третья печать, эти какие-то пепельница. Пупки. Да, что ты не дохнешь, ты пепельник. Что такое-то? Он крутил эту штуковину. Блин, свою. Ты как есть, стреляли и с одного удара потом убили. Да. Это что такое? О, фузырьки, бутылочки, бухло. Что здесь происходит? Так, хмы кидается из башни. Правильно, кокни, кокни его. Где еще один пупок? Блин, бутылочку, если что, садание. Стреляй, 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 стреляй. Все? Есть. Зрение. Ну-ка. Что у нас здесь? Ничего. Сотворить заклинание можно? Ну, походу не надо ничего. Имп, ген, ам, зар. Только защиту есть. А, защиту. Вот сюда попробуй. Есть, открылся. Открылись вороти. Давай. Shift. Ну, поползли. Сохранение поползли. Вперед, по-моему, иди. Так, теперь обернись кого сюда. Ну где наши третьи трайб. Что тут такое? Кто здесь? Гвоздей захотели получить, а? Хмэри. Прислужники беса. Вот и получайте гвоздями в глаз. Так, походу мы оттуда пошли, нам туда, да? Да. Угу. Ничего, мы такой проход. Мы печать, что ли, взяли? Что это такое? Это последнее. И что дальше? И что дальше, как без Петрович, стрелять нам надо. Оп, оп. Не поняла, сломать печать. Надо положить в круг что-то тяжелое. Положи. Ну, те. Ну, там ничего не надо. Вот здесь вот разбить можно что-то. Не идет? А, стоп. Вот по этим хреновинам они. Что это было? Shift, что ли, нажать? А вот гробница, что ли, какая-то? Давай. Кровать дьявола? Есть. Это какой-то ребус, смотри. Так, а нам как? Двигатель вперед? Хорошо, но здесь надо как-то все пододвинуть. Да. Вот эту хрень можно двигать. Что-то тяжелое, по-любому. Вот, еще что-то двигать. Походу кубы нам надо двигать. Вот эту отодвигай, по-моему, эту туда двигать, что ли? Ну попробуй. Так это нормально стоит. Да? Значит, ее не... вниз она не идет, вниз? Ну-ка, может быть, вот так вот надо будет. Так, понятно, что-то здесь надо будет сейчас двигать. Так, что-то на грудь приняли, 100 грамм. Вот эти подвинь, попробуй. Сейчас мы подготовимся хорошенько. Куда ты там засмотрелся? Куда-то зазверился. Он думает, надо двигать нам какую-нибудь хрень. А, может вот эти вот столы как раз? А, точно, да, наверное, да, столы. Вот эту фигню отодвинуть, попробовать. Так, это обойти куда-нибудь или ну, туда. Может быть, я ошибаюсь. Они, по-моему, не двигаются. О. Неужели мог бы подвинуться, кстати, попробуй их подвинуть. Вот. Вот эту фигню вниз отпусти, попробуй. Туда, не знаю. Вниз не хочет. Что же нам тут делать-то, ё-моё? Так, если я это сюда задвину. А, вот эти камни, наверное. Камни надо двигать. Вот так вот. А где ты видишь камни? Вот эти, наверное, вот они камни. Это не камни? Давай посмотрим. Очень интересная версия. Давай подзырим. Вот этот камень надо двигать. Да. Вот эта хрень мешает. Потом, да. Лёш, вспоминай свою игру на телефоне. Ту хрень надо наверх двигать.
Иди так, туда. Подожди, мне, по-моему, надо. Прямо, подвинь ее, да. Подвинь ее прямо. Прямо, туда. Теперь двигай ту наверх. А нет, подожди, стоп, стоп, стоп. Теперь тебе надо туда подвинуть как-то ее. А он не может так двинуть, да? Ну что вы здесь с Акабаном сделали, нахрен? Головоломку тут. Двигай. На себя нет. Наверх. Наверх. Подожди, вот так стань. Наверх не двигай. Как же тебе тогда туда нести? Камень. А если вот так туда, туда и вот так туда? Вот так, туда подвинешь, подожди. Потом оттуда туда. Неужели он так не двигает? Нам его надо как-то выдвинуть, чтобы прокатить, да? Да. Тихо, он даже ползать может по нему. Ну так перелезь. Блин, он не может перелезть. Ага. Вот туда двинет, попробуй. Двинется вперед. Shift. Не идет, да? Подожди-ка. Понятно. Че, думаешь, подвинешь, да? Вот этот стол надо подвинуть. Уже спрыгнул, уже орешь. А. Так, хорошо. Этот стол мы отодвигаем сюда. Да. Койка. Блин, ну что ты перейти не можешь, как здесь? Ну ты, тебя сделали пупком. Проходил здесь там. Констин. Давай, пойдет вперед. А вперед что, не двинется? Зачем вперед? Мы же оттуда и шли. Подожди, а где эти круги-то долбанные? Я его веду вот в такой обход. Надеюсь, что он тут пройдет. Давай попробуем. Теперь что там? Стол двигать? Угу. Ой, хрень, они тут напридумывали. Понятно, да, сейчас ты сдвинешь. Назад, а ну так тоже, наверное, может. Вот, один, походу, сейчас будет продвинут. А где второй-то камень? А, вон он, посередине, что ли? Или где он? Не видно. Что-то случилось. А тебе второго хмаря. Давай его искать. Где он есть-то? Вот этот, что ли, камень? Нет, не камень. Не камень. А может быть, его уже перевинуть на вторую хрень попробовать? Можно так? Не двигайте. Не, видишь, сразу выключили. Нет, один, а потом его уже на вторую двинуть. Не, нельзя так? Может, что не замкнет? Давай. Нет, надо еще второй, что ли, двигать. Еще где-то надо второй найти. Давай сейчас сверху посмотрим. А если сама встань в круг? Ты что не сделал? Готово. Понятно. Ага. Забирай печать. Вот. Последняя печать. Ну, где мой лексикон? Вот. Я думал, они слегка поумнели. Понятно. Ну что, хмари бомбить. Поганые. А, не ожидали? Встретить стаю гвоздей. Так они уляются кульками. Сколько их, трое? Их трое, понятно.
Улетают, зараза. Улетают, блин. Пойди, подойди в какой-нибудь навес, понимаешь? В навес подойди куда-нибудь, если что. О, все. Еще кто там? Все, исчезай. Крылышкин. На мясо тебя пустить надо. Вот это фигово их убивать. Надо спешить, а то снова набегут. Правильно, бежим назад. О. Есть. Захоронение прошло. Кто тут? Куда нам бежать? Куда нам бежать? Печать, вот печать, беги, беги, беги. Ух ты. Может бежать их нахрен не кокать вообще? Иди ты отсюда и живи сам по себе. О, водичка, бери водичку. Отлично, молодец. Так, стеклышко бить, наверное. Нет, значит вниз, нам вниз. Вниз. Ух ты, ёбок. Туда разве? Подохли. Блин. Ладно, сохранение у нас прошло. Не туда прыгнули, наверное. Сейчас прыгнем туда, куда надо. Ну чё ты нам тут? Игра окончена. Ну ещё в таком эпатажном виде. Ничего подобного. Мы сейчас включим заново. Будь храбр, настойчив и никого не бойся. Так, куда нам? Посмотри, туда или туда, что там? Там тупик. Там мы подохли. Значит, туда попробуй. В другую сторону. Что там у нас, посмотри. Ну туда, 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 туда. Вот сюда. Все, третью печать ставь здесь и все. Где она? Там ищи ее. Вот она здесь. Блин, нет, не здесь. Хмэ, ты где? Нет, здесь не туда. И здесь не сюда. Ищем. Куда ты делась? Вот она, все есть. Готово. Лексикон был под охраной, так что мне снова пришлось надрать демонам задницу. Блин, еще какая-то охрана. О, сзади. О. Этому зад надо стрелять. Иди сюда. У нас пить надо. Есть что попить, Кать? Забирай печать. Иди печать бери. Туда внутрь. Выбирайся. Обходи их, попробуй. Куда? Обойди так, если хочешь. Попробуй так, змейкой повеляй. Давай, 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 давай. Иди отсюда, двухголовый. Заходи сюда, забирай печать. Все, гудбай. Сидите и сами друг друга штырьте. Боулинг, 20 дорожек. Так, отлично. Ну, что сказать? Что вам нужно? Я хочу... Мне нужна ваша помощь, Константин. Я все это уже слышал. Дважды. В детстве у меня были странные видения. Галлюцинации. Демоны. Ангелы. Мне чудилось, они здесь. Среди нас. И то, что произошло в участке, это было как вторжение нового мира в наш мир. Почему она все время улыбается? И узришь ну, скрытое под ней зло. Улыбчивый. Ладно, я тебе помогу. Заходи. Начнем вот с чего. У тебя не было галлюцинаций. Господи. Бимон. Блин, копнули. Родственник или друг? Коллега. Впрочем, нет. Друг. Как же я об этом не подумал. Я вызову... Черт, они его забрали. Я вызову... Черт. Что забрали? Они убили Бимона не просто так. Им было нужно кое-что. О чем ты говоришь? Они забрали наконечник копья, это первое. А второе... Второе, это ты. Твоя татуировка. Это печать Мамоны. Мамоны? Ты про Иисуса Христа слышала? Так вот, это его полная противоположность. Сын сатаны? На земле? Пока нет, но он идет. А, вот оно. Перед тем, как Мамона придет править, миром будут знамения. Демоны явятся на землю, стекло переводящее на знак Мамоны укажут портал. Знак. Вот почему демоны охотятся на тебя. Ты посредник, рожденный с равновесием. Нет, последнего я сейчас и близко не ощущаю. Твой друг оставил записку. Что это за хрень? Ни хрена себе. Полетел. Почитаем.
Правильно, нечего трогать чужие записки. Не тебе адресованные. Что это за пупки? Что это, блин, еще такое? Ну, мы сейчас просто чуть-чуть прошаримся здесь. Они вернулись из того мира. Они, короче, да, из ада появились. Сейчас здесь мы их кокнем чуть-чуть. Точку. Уже дома у нас появились. Так, да, посмотрим, что хотел сказать Бима. О, у него уже синее лицо, смотрите. Джон, в конце концов, уже посинел. Ты что, водочки перепьян? Расплачиваться за свои грехи. Ты меня знаешь. У меня всегда было кое-что отложено на черный день. Так вот, сейчас наступает такой черный, что чернее не бывает. Тебе наверняка понадобится помощь. На чердаке этого дома ты кое-что найдешь. На чердаке этого дома ты кое-что найдешь. Ну что, пойдем на чердак? Сейчас запасемся всем необходимым. Чердак, вот эту дверь попробуй, вот эту. Сейчас, подожди, воды-то наберу. Водичка. Можно водички набрать? А где пиджачок? Водичка, водичка. Это куда ты побежал? Воды-то налей просто и все. Ну, налей. Буль-буль-буль-канарики. Ну, давай. По-моему, спой. В ту открытую дверь надо найти. Там, где открыто было, помнишь? Сюда не получается. Сюда не хочет. Сюда не хочет, сюда не хочет. Сколько дверей-то, да, вообще жить? Ну да, живет товарищ двери, Костян. Doorways. Doorways. Нет, значит вниз. Чердачок. Вниз, там вниз, по-любому. Значит вниз. Так, здесь ни хрена. Ну, пока идем. Вот так. Вот в эту дверь, наверное. Какие-то все остальные позеленевшие, это какая-то Боулинг. Ну чего тогда, вот. Да, здесь прошло здесь, сохранение. Да, сохранение прошло, здесь мы и закончим нашу серию Константина. Я думаю, что мы близимся к концу, потому что уже как бы развязка и с печатью, как по фильму. И так мы должны ее сейчас найти, потом спуститься тот и тот. Подписывайтесь на канал, ставьте руку в контакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока смотрите наше прохождение. Пока.